Анонс и точник выхода 26 серии турецкого сериала «Безграничная любовь». 26 серия сериала выйдет в эфир 28 марта. Ранее в сериале мы увидели, как Халилу Ибрагиму удается спасти всех без взрыва, по мере того, как напряженные отношения между Зейнеп и Джейланом продолжаются. Будет очень важно, чью сторону примет Халил Ибрагим. В то время как отцы обретают свободу, в тюрьме оказывается кто-то другой. Йылмаз не намерен заходить внутрь, так как он дает выход. Вызовет переполох, и стрелки перейдут на Халила Ибрагима. Победит тот, кто первым найдет Йылмаза. Но сможет ли Халил Ибрагим действовать раньше всех и наконец-то отомстить? 26 серия сериала выйдет в эфир 28 марта. Если вам нравится сериал и ждете выхода новых серий, тогда ставьте лайки, подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик и будьте в курсе последних новостей о новых сериалах. Спасибо за подписку и лайки.